хочу такую собаку, хотя бы на время какое-то. Я уберу уже после тебя в этой студии, так ладно, и быть. Хорошо. У тебя же кошка, а ее быстро этому не обучишь? Ну да. Ну давай представлять наших следующих гостей. Мы сегодня все с тобой так вот тут в уголочке, потому что у нас гостей сегодня много, весь день. И сейчас у нас в студии Нелли Супюр, хореограф, исполнительница фламенко. Ульяна Шаповал, дипломированная потомственная гитаристка из Почаева, причем гитара – это ее душа. Анна Смирнова Раджханс, профессиональная исполнительница индийского классического танца. И Анна Гончарук, ведущая концерта, о котором мы сейчас Нелли нам расскажет полностью, потому что Нелли организатор этого концерта и исполнительница танца фламенко. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Спасибо, что нашли время зайти. Безумно позитивная обстановка в вашей студии, безумно классная передача. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Мы готовы к вам с Киева ездить постоянно на ваши передачи. Спасибо. Дело в том, что этот концерт завтра будет концерт под названием «Индия фламенко». А идея у меня пришла создание этого концерта, когда я видела, как работает Анечка Смирнова. И мы пару концертов с ней в Солянке работали. После этого мне пришла идея пригласить Анечку на совместный проект, где будет ее сольная программа, моя сольная программа, фрагмент небольшой нашей, как бы нашего небольшого, небольшой импровизации «Индия фламенко», такой будет танец с фьюжн. И на этом концерте, конечно же, будет прекрасная гитаристка Ульяночка Шаповал, которую я случайно нашла в интернете. Оказалось, она работает постоянно в загранице. Но я сказала: Ульяночка, как только будешь на Украине, мы тебя ждем. И вот она буквально пару месяцев как приехала, и первый ее концерт на Украине это будет в Одессе. Кроме этого, очень приятно, что есть и Анна Гончарук, которая, ну, по крайней мере, она создает нам такую атмосферу и нас так поддерживает. И очень грамотный человечек. Спасибо, что мы тебя нашли. Это одесситка, и она нам дает позитива очень много. Спасибо тебе огромное, Анечка. Дело в том, что концерт сам по себе интересен тем, что индийский классический танец можно будет увидеть в лице Ани. Я буду танцевать фламенко. И кроме того, сам концерт как бы привлечет внимание к людям, которые любят эти все жанры. И самое главное, здесь все профессиональные артисты. Не просто профессиональные хореографы, нет, не просто люди, которые делают постановки, обучают своих учеников. Это артисты, которые работают на профессиональной сцене. И с 6 лет выходят на сцену и понимают, что они делают, как и для чего. Поэтому я думаю, это будет интересно. Пожалуйста, приходите в субботу, завтра, 18:00. Театр Перуцкого. И очень приятно, я очень люблю благодарить людей, потому что благодаря им вообще все происходит. И я очень благодарна Александру Перуцкому, это театр Перуцкого, он хозяин этого театра на Канатной 71, тем, что он помог нам организовать этот концерт, он является соорганизатором. И самое главное, что дал нам помещение в театре, дал нам возможность репетировать и подготовиться. Спасибо огромное тоже ему. Ну что, давайте тогда приступим, наверное. Анна, объявляйте. Ну что, следующая это наша замечательная танцовщица Анечка Смирнова. Я вообще с большим удовольствием работаю с этими людьми, просто потому что я вижу перед собой профессионалов. Я всегда стремлюсь работать с профессионалами. Я не могу сказать, что я еще профессионал, но я стремлюсь к этому. Для меня вообще цель всего, вот то, что я, моей работы, это самосовершенствование. Просто для того, чтобы помочь людям и себя немножечко поднять в том плане, что я ведущая и я хочу расти. Мне приятно с ними, еще раз повторюсь, работать. Значит, завтра у нас концерт в 6 часов, как мы сегодня, как только что было сказано. Значит, и хотелось бы пригласить людей, вот как ведущая, завтра в 18:00 в торговый дом Перуцкого на Канатную 31. Хорошо, представляйте нам Анечку, расскажите. Анечка, значит, потрясающая танцовщица, которая... Она из Киева. Расскажет о себе очень хорошо. Она лучше, наверное, о себе расскажет, чем даже расскажу о ней я. Поэтому
наверное, предоставлю больше слова ей. Что для вас индийские танцы, скажите? Спасибо большое. Я хочу сказать о том, что начнем немножко с проекта, да, с конца, а потом я перейду к индийским танцам. Что это моя старая мечта осуществляется. На сейчас я давно очень хотела сделать дуэт именно с фламенко. Потому что индийский что-то классический есть общее, танец, да, индийский классический танец это очень древнее искусство. Оно построено и на ритмах, и на пантомиме, и на сложном языке жестов, и на выразительности лица. И здесь и истории, и ритмы, и движения. И найти какой-то другой аналог в мире, да, скажем, в форме танца, очень сложно, практически невозможно. И вот фламенко, здесь тоже индийские корни, потому что все, наверное, знают, что этот стиль, он имеет происхождение, да, тоже вышел из Индии. Он основан на ритмах. Здесь жестикуляция, страстность, эмоциональность. Оно все очень близко вот индийскому стилю, который я танцую. И я хочу сказать, что вот Нелли Сюпюр, ее харизма, ее образ такой вот испанский, да, он мне очень импонирует. И я хочу сказать свое мнение о том, что такое профессионал. Мне кажется, что профессионал – это когда вот граница между зрителем и артистом не существует, когда они все погружаются в такой вот общий океан. И потом вот даже может быть сложно аплодировать, потому что зрителю нужно какое-то время прийти в себя и понять, что он здесь, а артист там, потому что до этого единое целое. И вот мы и хотим, мы мечтаем создать вот такое единое целое. И на сцене вот с нашими всеми артистами и зрители, и мы очень надеемся на помощь именно одесситов. Мы начинаем наш проект именно в Одессе, с Одессы, потому что Одесса — это многонациональная публика. Здесь Анечка, очень... у вас, вы руководитель Киевской школы, школы индийского танца. Да, индийский и выступать, театр, Накшатра. Да, индийского театра, Накшатра. И здесь вы будете выступать с уроженкой города Киото. Это моя студентка, да, она давно у меня занимается, она была студенткой университета Шевченко. В двух словах о себе, я очень давно занимаюсь индийским танцем, я 6 лет изучала интенсивный курс в Индии под руководством одной из самых известных индийских гуру и танцовщиц. Я артистка Министерства культуры Индии, я регулярно выступаю сейчас на фестивалях в Индии. И здесь я тоже веду такую работу и организационную, мы организуем фестивали индийского танца международные, я преподаю. У меня большой ансамбль, и вот мои студентки, они разъезжаются, да. Йоко, она приехала в Одессу, другая моя студентка преподает в Симферополе, третья во Франкфурте преподает индийские танцы. И вот, очень интересно. Вот так вот мы свою просто нам делимся. С нетерпением уже хочется посмотреть на индийский танец, мы ограничены по времени, все-таки прямой эфир, вы же понимаете. Да, небольшой отрывок. Покажите нам все-таки Спасибо. То самое мастерство, которое вы привезли с собой из Индии и покажете завтра в театре Перуцкого. Я покажу небольшой технический кусочек, чтобы вы проследили вот ритмы и жестикуляцию, да, и потом вы будете смотреть фламенко. Пожалуйста, музыку можете включить.
Спасибо большое. Спасибо. Если бы вы могли только прочувствовать то, что мы сейчас с Анатолием прочувствовали, эти все эмоции, которые вы пытались передать нам через танец, каждой клеточкой. Там целая история какая-то, как всегда в любом индийском танце, да, я так понимаю, была. И, ну, единственное, что я увидел, что вы... ты понял, да, что она одевала? Куда-то собирались. Истории не было, я станцевала технический танец, но я показывала приход весны, как все расцветает, распускаются цветки, влюбленные пчелы порхают над душистыми цветами, и девушка себя прихорашивает. Ага. Спасибо большое, очень красиво было, правда. Нелли, танец фламенко. Вы им тоже живете? Да, сейчас мне еще больше... Микрофон, простите, микрофон. Еще больше как бы радует меня тот момент, что я изучаю этот жанр, потому что я могу его совмещать с другими народными жанрами. И несмотря на то, что сейчас этно не популярно, современная хореография, бальная хореография, мы все равно верим в то, что именно народный танец. И мы как бы хотим это сделать, сделать так, чтобы народный танец все-таки звучал, и чтобы люди интересовались. Нелли, вы основатель студии «Фламенко» в Киеве. В Киеве. Открыла у Александра Перуцкого 15 января центр «Фламенко» здесь, в Одессе. Да. И обучаю всех, и детей, и взрослых, и мальчиков, и девочек, и мужчин, и женщин. Вот, возраста ограничения нету. А самое основное – это как бы желание людей научить и взрастить в них личность. Я бы хотела сказать вот про Ульяночку Шиповал. Если можно, пару слов. Очень прекрасная гитаристка и безумно чистая душа. Духовно развитый человек. Дякую, що запросили сьогодні вашу студію. Я попала в Одесу перший раз, і дуже приємно, що це пов'язано з моїм першим концертом і взагалі на Україні, і в жанрі фламенко. Я сама родом із Почаєва і закінчила консерваторію по класу гітари, клас викладача Сидоренко Вікторія Леонідівна. Ось, і більше мені доводиться гастролювати, бувати за кордоном. От я нещодавно повернулася з Арабських Еміратів, я там вже протягом 7 років працюю концертною діяльністю, даю майстер-класи, також викладаю в школах музикальних. І мені було дуже приємно, коли я була в Еміратах, мені Нелі написала в контакті лист. Вона мене знайшла і говорить, що нам потрібна фламенко-гітаристка, чи ти не граєш фламенко. Я якраз тоді тільки розпочинала грати фламенко, і в мене теж була така мрія, щоб виступати з танцорами фламенко. Ось. Тобто доводиться там грати фламенко? Так, доводиться. Ну, я граю у різних дуетах, ансамблях, і ми також грали фламенко з кастаньєтами, але ніколи я не грала з танцорами. Ульяночка, я перепрошую, дуже мало часу в нас, і хочемо запросити всіх до вас та показати найбільш яскравий танець фламенко. Отже, Нелі. Ми підготували для вас сьогодні. Я прошу вас, щоб розуміти, що у нас багато ефіру, і так теж багато. Тоже очень эмоциональный танец. Просто Толик немного, он не подыграл. Он должен был вот так вот, да, делать с мужчиной, да, под фламенко. У нас уже на АПВ, у нас и вокал. Видите, я пока еще не профессионал. Да, это халео? Халео называется? Подкрикивать и хлопать в ладошки. Микрофон, прошу прощения. Да. Мы его уже потеряли. Я просто еще видишь. Поддерживать. Дело в том, что танцовщицу или танцовщика, это очень важно. И держать ритм, кроме этого, еще и...
вдохновлять его на танец, передавать ему свои эмоции. Огонь должен зажечься среди музыкантов и исполнителей и передаться зрителю. Я думаю, что так и будет на вашем концерте, на вашем выступлении. Давайте еще раз пригласим всех. Да. В театр Перуцкого. Ждем всех в театре Перуцкого завтра в субботу в 18:00. Начало концерта. Концерт называется «Индия Фламенко». Будем всех ждать. Приходите, обязательно подходите после концерта, общайтесь. Мы рады, открыты, демократичны, пожалуйста. Ну да, вы приехали к нам все издалека. Мы обязательно хотим сказать, что Анечка пишет книги. Подойдите, обязательно приобретите. Подарить свою книжку. Микрофон. Подождите секундочку, микрофончик дайте нам. Да, я хочу вам подарить ведущим и рассказать всем о том, что я написала, наверное, первую на русском языке книгу про индийский храмовый танец, традиции, философия, легенды. Кому интересна история, кому интересна философия, кому интересна литература и вообще все, что касается индийского классического танца. Вот такая иллюстрированная книжка, я тоже привезла, и это она будет на нашем концерте. Анечка, спасибо большое. Я вам подпишу. Конечно, мы первые будем просить у вас автограф. Спасибо. Не каждый день к нам приезжают издалека гости. С любовью, конечно же. Утро на АТВ. Спасибо большое. Мы любим подарки. Спасибо большое. Хорошего вам выступления завтра. Ну и приезжайте к нам в город. Мы надеемся, он вам понравится. У нас солнечный, теплый город. Ну а мы, собственно, будем подводить уже итоги, поскольку время ограничено. Хорошо, что у нас хорошие соседи снизу особенно, да, потому что сегодня точно бы пришли наверняка и жаловаться. Потому что мы сегодня и пели, и топотали, и кричали, и что мы только с тобой не делали сегодня. И поздравляли, и в ладоши хлопали, поздравляли всех победителей, кто выиграл сегодня в нашей программе билеты. Я напоминаю, что сегодня день соседей, да, поэтому всех соседей обязательно поздравьте, обязательно скажите им какие-нибудь приятные, теплые слова. Сегодня это нужно сделать. Или пригласите их к себе на чашечку чая с вкусным пирогом. Ну и, конечно, поздравляем всех с последним звонком, да, всех украинских школьников сегодня прозвучит последний звонок для выпускников, и хочется пожелать им, конечно, ну, всего самого наилучшего в вашей дальнейшей взрослой уже жизни. Сегодняшнее утро с вами провели Анатолий Гуртовой и Ольга Канская. Мы желаем всем еще раз хорошего дня, увидимся, пока-пока. Счастливо.